Ребята, всем большой-большой привет огромный. Всем большое спасибо за понимание, за лайки, за подписки. А сегодня у нас вот такое мясо с картошечкой. Смотрите, какая красота. Мяско берешь и картошечка. Вот она мягенькая. Отламывается. Видите? И кусочек мяса. Все вместе. Не жареное, не зашкваренное, не сильно запеченное. Оно как бы в своем соку все это готовится. На вот такой палочке. Фольге. Пергаментной бумаги. Очень вкусно. Очень. Кому интересно, смотрим, как готовить. Ребята, готовим мясо в духовке на шпажках с картошечкой. Мы берем вот такие вот кусочки мяса, я уже подготовила их, и отбиваем. Вот такие прямо хорошие. Желательно свинину. Тут приправлено все всякими специями, какие вам нравятся. И картошечка. Вот тоже замаринованная по вкусу. Паприка, перец. Все приправы, которые вам нравятся. И вот сейчас мы будем это все одевать. Очень хорошо готовится в духовке. Не жарится. Очень, очень классно. Вот одели первую. Внизу картошечка. И продолжаем дальше. Картошечку сюда. Все мариновать, подсолнечное масло. Картошку. И сверху одеваем наше отбитое мяско. Сразу на две. Вот так. Опять одеваем картошечку. Три большие картошины надо. Так. Опять одеваем мяско. Очень вкусно. Вот. И так продолжаем. Вот у нас получилось. Вот такое мяско. Теперь мы заворачиваем бумагу плотно. Так. А потом еще фольгу. Вот теперь заворачиваем еще фольгу. Все. Плотненько закрываем со всех сторон. Так вот и ставим в духовочку. 180 градусов часа 2. Можно 170. И вот наше мясо готово. Разрезаем все это дело пополам. Смотрите, перелаживаем. На тарелочку. Смотрите, какая красота. И вот наше мяско. Смотрите, какая красота уже готова. Мягенькая картошечка, мясо. Смотрите, прямо кусочек картошечки, кусочек мяса. Поверьте, это лучше всякой колбаски. Готовьте, несложно, не жареное, не жирное. Все очень вкусно. Вот оно так на палочке. Готовьте. Всем приятного аппетита. Пока-пока.